Добрый день. Анбоксинг сегодня. Четверка YJ USU 2M. Я заказал вместе с двушкой, трешкой из этой серии. Приехали они все одновременно. И вот руки дошли до четверки. Я уже расхвалил и двушку, и трешку, покрутив их как следует. Коробочка такая же, как у трешки, в том же стиле, такая вся красивая, переливается. Инструкция вроде бы побольше, не открывал еще. Да, большая инструкция, как обычно, ненужная. Сам кубик 61 мм, видео про Yuxin Little Magic, по-моему, сказал, что там 62, нет, здесь 61. Расцветка такая же, как у трешки, все то же самое. И я как бы подумал, двушка хороша, трешка отлично просто. Думаю, ну четверка, четный куб, вряд ли они смогут меня чем-то удивить. Открываю, из коробки вращаю, думаю, ну да, так себе четверочка. Ну думаю, смазка, она все меняет. Добавил несколько капель мару и получил очень хорошую четверку. Сам не ожидал. Я не знаю, может, есть смысл поискать пятерку из этой серии? Быть может, да. Вышла уже семерка этой U-серии. Ну, наверное, воздержусь. Семерки у меня три топовых есть. И нет, наверное, сдержусь, не стану покупать. Тренировать их все равно времени нет. А открутить сотку на семерке — это не так быстро. Четверка. Я смеха ради достал, ну, Юсу первую. Первую версию. Вот сейчас она у меня перемешанная лежала. Собирал, ну, такое, скажем так, медлительное создание. Эти вот старые кубики. Возможно, стоит как-то настроить, но просто так, из-за того, что название такое же, я достал. Как я уже показывал на трешке, это только название похожее ради узнаваемости. Кубик совершенно новый, поэтому я отложу Юсу обратно. Юсу 2М. Как мы видим, на элементах похожие рельсы, такие же, как на трешке. Не такие же, но похожие, в том же стиле. Я открутил уже, наверное, больше 100 сборок на этой четверке. И что скажу, она одинаково мягко и комфортно вращается как на средних слоях, так и на крайних. Причем на крайних слоях сила магнитов такая, именно как мне нравится, комфортная. Не очень сильные, но достаточные для того, чтобы, ну, чувствовались. Если вспоминать четверку от Yuxin, здесь сила магнитов на крайних слоях недостаточно. Здесь самое то, что нужно. Да, здесь, возможно, резка углов не такая, как на топовых моделях. Возможно. Хотя, я вот лично не сравнивал, но режет хорошо. Я не показал на этой четверке там сверхъестественных для себя результатов, как на трешке. То есть на трешке я сотку обновил, здесь нет. Но я просто очень комфортно и с удовольствием открутил эту сотку. То есть я не испытывал каких-то трудностей. Меня ни разу не попнуло, не заклинила четверка. А современные четверки этим уже, для них это норма. Я, кстати, недавно зашел в магазин в Тамбове, где продавались кубики. Там увидел Шэнгшоу Мистер М четверку. У нее до сих пор нет, потому что, ну, ее не сразу выпустили в цветном пластике. Сейчас вроде такая модель доступна. Вот подумаю, брать, не брать. Вот после вот этой четверки я покрутил Шэнгшоу Мистер М. Вот из коробки Шэнгшоу просто ужасно. Ну, это, возможно, из коробки. Это из коробки тоже было не очень. Но там что-то прям такое неприятное было. Я что-то резко передумал пока приобретать Мистер М, даже в цветном пластике. Подождем. Вот сейчас вот
обратный резкий улов, вот так она немножко клинит. Примерно вот так. Если не докрутить, да, клинит. А топовая модель, наверное, срезала бы. Но это очень дешевая четверка. Наверное, самая дешевая магнитная. Не уверен, но, по крайней мере, очень дешевая, это точно. И она достаточно хорошо вращается. Причем очень комфортно, приятно, и ее хочется вращать. А сейчас я что-то не то сделал. Но в любом случае, сотка не меньше минуты, как хотелось бы. Хотя на официальных чемпионатах меньше минуты я уже более-менее делаю АВГ 5. Но, скажем так, вот на этапе 3x3 вообще песня. Тот же паритет. Так, я сделал что-то не то. Тот же паритет. Отлично. Просто отлично проходит. Рыбка. Этап 3x3 здесь идет очень хорошо. Единственное, обратная резка углов кое-где меньше, чем хотелось бы. Хотя это не так сильно влияет на сборки. И внутренние сваи, и внешние сваи вращаются просто отлично. Все, что я сделал с этой четверкой, это добавил мару. Мне первые мысли, как только вот с коробки достал, думал, слишком затянули, вот такая вот настройка. Но в итоге я покрутил и решил оставить именно в такой настройке. То есть, если немножко ослабить, наверное, резко углов возрастет. Ну, мне почему-то и так хорошо. В качестве первой магнитной четверки это, наверное, лучший вариант. Да, мой основной кубик останется пока что AOS GTS-2M. Но AOS GTS-2 это все-таки топовый куб, а это бюджетный и очень дешевый бюджетный куб. И если вы хотите прям супер-пупер четверку, то да, надо брать GTS-2. Valk 4, он тоже хороший, но мне понравился меньше. А если вы хотите хорошую четверку, но не хотите за нее много платить, то из всех остальных четверок, какие есть, Yusu 2M, наверное, самый лучший вариант. И да, я сравнивал ее долго конкретно с Little Magic. Мне больше нравится Yusu 2M, и она, по-моему, дешевле. Не сравнивал по всем магазинам, но вроде бы Yusu подешевле. Я не буду разбирать эту четверку, сравнивать строение с первой версией. Смысла в этом нет. Скажу одно. Очень достойный куб. Настолько достойный, что он лучше, чем Little Magic. Меня часто спрашивают, какой кубик 4x4 купить. И вот на данный момент, до того, как мне в руки попал VRM, вывод такой. Если вам нужен самый дешевый 4x4, который хорошо вращается, и вы собираетесь только учиться, то вполне подойдет Meilong. Отличный куб без магнитов. Если вам нужен магнитный куб за небольшие деньги, вы до этого собирали не магнитным каким-то, то Yusu 2M отличный вариант. Ну а топовая модель, лично по моему вкусу, AOS GTS-2M. Как альтернатива Valk 4, но AOS, опять же, мне нравится больше. Выйдет VRM, возможно, что-то поменяется. Пока ждем. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.